очень много выступали, то есть я не знаю, сколько, много очень действительно выступлений прошло. Мне сложно было и так, и в какие-то вот частные случаи. Я прямо что-то так резко не могу вспомнить. Я помню, что мне, кстати, очень понравилось, вот мой первый, вот, кстати, наверное, выступление в Херсоне, уже будучи как профессиональный музыкант. Я сам с гитарой пошел, у нас заведение было, 12, в подвальчике такой маленький, пивничок там какой-то, бирхаус, вот. Да. И я туда пошел, попросился выступить, и говорю, у меня такой-то гонорар. То есть я тут говорю, все нормально. Я что назывался менеджбой. Вот, и ну, мне денег не заплатили, я говорю, ладно, короче, в честь исключения сделаю первое бесплатное выступление в своей жизни, в принципе. Что как-то мне вот и повело, что, ну, если кавера, то за деньги играешь, ну, что это как бы такая вот, как специальность, наверное, кавера. Вот, ну, и дали объявление, пришли, зал весь, люди пришли, слушали. В принципе, самое интересное, то есть публика меня отблагодарила финансово, то есть сама, то есть заказы пошли, то есть мне, в принципе, не нужен, мне казалось, что не нужен был гонорар от владельца заведения. То есть вот такой случай. И потом, что мне очень понравилось дальше в Херсоне, то есть когда мы собрались с Владом, то есть так было как эксклюзивное выступление, такое, пожалуй, не делал ни разу больше, и до этого это вот когда мы делали день рождения Джона Леннона. То есть мы буквально за неделю скрипали там 3 часа Битлз. Я не знаю, честно, не знаю, как это у нас получилось, но так вот раз, и просто захотелось. То есть было некое такое вот огромное желание. То есть как бы это всегда прет, и, видимо, получилось. Ну, было такое интересное выступление. Ну, а какой-то негативный опыт? Негативный опыт. Не склонен вспоминать негативное, но негативный опыт. Ну, слушай, сколько заплатить, чтобы вообще не играли? Негативный опыт бывает, когда публика тебя не воспринимает. Mm-hmm. Ну, это постоянная борьба, и мне кажется, что особенно, когда у тебя маленькая аудитория, это всегда сложно. То есть, как кто-то сказал, что гораздо сложнее играть на один столик, чем на стадион. То есть, потому что у тебя здесь перед тобой прямо глаза, и тебе нужно как бы индивидуально рассказывать человеку. Это немного эмоционально выматывает. Бывает, что сам не готов, тебе надо входить в эту роль. Вот, ну и публика бывает разная. Разные настроения, не знаю, чего это зависит. Я даже замечал, что вот давление просто банально. Заметил, что когда у тебя вот все больше и больше, ты начинаешь понимать, что все-таки ты на сцене актер, а не просто там пришел, то это помогает. То есть ты входишь в свою абсолютно такую... какой-то свой мир, оболочку, и вот тогда, в принципе, легко, и ты чувствуешь, что публика, в принципе, сразу тебе отдается. Вот, в принципе, просто последний год, когда я уже сам, когда Влад ушел, мы перед вдвоем, потом я уже начал сам отстаиваться. То есть мне очень понравился, потому что я уже так подумал, что буду устраивать именно концертную программу. И у меня постоянно было вот уже так все по списку, и все четко, и, в принципе, под конец у нас публика уже падала с ног, то есть, в принципе, задача в ресторане – это публику развеселить. У нас это, в принципе, хорошо получалось.